Всем привет, с вами База Автозвука, и сегодня мы тестируем Xenon серии Pro от компании RS. Данный комплект имеет очень доступную цену и при этом высокое качество изготовления. В комплектах Xenon RS Pro используются компактные блоки розжига, которые можно разместить в любом месте подкапотного пространства. Во всем остальном этот Xenon ничем не отличается от других комплектов Xenon. На данном этапе есть только один вопрос — это контактная группа, которой Xenon подключается к разъему лампы. Было бы неплохо, если бы здесь вместо двух вот таких вот просто оголенных контактов был специальный штекер, который более герметично подключается к питанию. Поэтому после установки место подключения нуждается в дополнительной изоляции с помощью термоусадки или изоленты. Все остальные разъемы являются полностью герметичными и дополнительной изоляции не требуют. Сами лампы ничем не отличаются от других ксеноновых ламп. Единственное, что нужно будет сделать перед установкой, это снять вот это проставочное кольцо, а также разместить резинку в специальном пазу. То есть здесь она еще пока свободно размещается на самой лампе, и ее нужно опустить немножко ниже, чтобы она попала вот в этот паз. После небольших подготовительных нюансов мы можем переходить к процедуре установки. Лампы будут устанавливаться в штатную линзованную оптику, и благодаря линзе у нас получается как раз нормальная геометрия светотеневой границы. Если вы будете ставить ксенон либо диоды в рефлекторную оптику, обязательно заедьте на корректировку фар, от этого зависит и качество света, а также безопасность других участников дорожного движения. Установка данного комплекта происходит по стандартной схеме для установки ксенона. Сначала мы устанавливаем лампочку и фиксируем ее в цоколе. Затем подключаем блок розжига к лампе. Подключить его неправильно невозможно, так как штекеры подходят только на свое индивидуальное место. Теперь нам остается только подключить питание, заизолировать контакт и зафиксировать блок розжига в подкапотном пространстве. В общем, если устанавливать ксенон надолго и на постоянно, то лучше придумать какое-то более незаметное и скрытное место. В нашем случае для временной установки такой вариант вполне сойдет, и аналогичную процедуру мы производим со второй фарой. Как я уже и говорил, этот комплект ксенона установлен в штатную линзованную оптику, благодаря чему мы имеем нормальную геометрию светотеневой границы. Также хочется отметить световую температуру. Этот комплект ксенона, наверное, единственный из протестированных нами вариантов, где цветовая температура соответствует тому, что написано на коробке. То есть на коробке написано 5000 кельвинов, и мы имеем холодный белый свет. Теперь переходим к замеру яркости. Лидером наших тестов был Xenon ProLumen, у которого была яркость примерно 7000 люксов. Данный комплект, который стоит в 4 раза дешевле, показывает нам яркость примерно 5000 люксов для правой фары и для левой фары условных 5800 люксов на расстоянии 4 метров от автомобиля. Вопреки распространенному мнению, что ксенон малоэффективен в сырую погоду, данный комплект смог обеспечить хорошую видимость даже в небольшой дождь. Также неоспоримым остается тот факт, что при достаточно невысокой стоимости Xenon RS Pro может посоревноваться с самыми дорогими и яркими участниками нашего теста, о чем говорит сравнительное видео. В общем, несмотря на то, что мне по-прежнему нравится более равномерный свет светодиодных ламп, данный комплект мог бы стать предпочтительной покупкой ввиду своей невысокой цены и хорошей яркости. Поэтому, если вы ищете недорогой, яркий и качественный ксенон, можете смело покупать Xenon Pro от компании RS. А мы тем временем перейдем к тесту светодиодных ламп от компании OLED. И самое главное, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео.